Вновь приветствую, друзья, на моем канале. Маленький ролик демонстрации просто-напросто установки и работы летучки на моем фрезерном станке. Вот. Здесь стоит такой резечек в отверстии 6 мм. Резечек сделан из сверла. Ну, их бывает достаточно, чтобы таких резечков наделать. Вот. Сейчас я пройдусь летучкой, покажу, как она работает. Ну, сюда можно и резцы устанавливать. Тут вот коллега с форума Chipmaker спрашивал, Олег, про то, что там, ну, не по центру я сделал, как бы, ну, то есть без смещения. Ну, тут резец по центру точно стоит, четко по центру оси вращения. Вот. Ну а те резцы, которые я буду здесь использовать, готовые, токарные, советские, то они там, как раз у них сечение такое, что он будет вставать точно так же. Ну, плюс-минус там миллиметр туда или миллиметр обратно. Тут уже роли особо не играет. Сейчас фрезерну чуть-чуть. Взял побольше заход. Брусок неровный сам по себе. Ну и все, сейчас построгаю эту кусочек дюрали. Съем, конечно, не для летучки, но для эксперимента пойдет. Как раз мне надо было тем более выровнять вот эту вот одну грань. Забазироваться, чтобы, ну, вот так вот она лупит. Добил он брусочек. Сейчас установлю. Вот сам резечек. Надеюсь, вам будет видно. Не фокусируется. Угу. Вот. Есть у меня пару там обломышей твердосплавных сверил тоже 6 миллиметров, очень будет хорошо здесь работать. Ну, естественно, по длине там можно заточил, подвытащил сколько надо, затянул. Отлично работает. Вот тут видно вмятину не отфрезерованную. Ну, в общем, вот так вот. Державки можно сами сделать поменьше, но поменьше смысла нет делать. Это я специально делал для большого вылета. А поменьше резцы пойдут токарные. Ну, вот такой вот маленький видосик. Всем спасибо за просмотр. Пока.